правом побережью Черного моря. У нас закончился запас патронов, бутылки с горючей смесью и нет гранат. Защищаемся из последних сил, не ради смерти, а ради жизни. С первых боев до последних дней обороны защитники Севастополя проявляли самоотверженность, беспримерную стойкость и героизм. С первых дней войны предприятия, колхозы и совхозы стали перестраиваться на выпуск оборонной продукции. Все для фронта, все для победы. Великая заповедь объединила взрослых и детей. Хотя по всей стране в Сарапуле развернулось тимуровское движение. Первую тимуровскую команду в Сарапуле организовала Нелли Замятина. Давайте определим задание на день. Наше звено идет в госпиталь с концертом. Наши девочки и мальчики помогают семьям фронтовиков натаскать воды и уложить в поленницу дрова. Наша команда идет на уборку колосков. А мы пишем письма на фронт.